Традиции и инновации в правовом регулировании деятельности органов госвласти обсудили сегодня юристы Якутии. Модератором выступила вице-спикер Государственного собрания ЛТМН Ольга Балабкина. Отметим, сегодня в рамках второго съезда юристов республики работает 8 дискуссионных площадок. Во второй половине дня начнется обсуждение вопросов по бесплатной юридической помощи, по вопросам суда присяжных заседателей и другим. Сам съезд состоится завтра. Практически все куда-то бежит, право вроде должно бежать вместе со всеми. Сможем ли мы успеть и что для этого необходимо изменить? Где-то в какой-то мере мы понимаем, что право – это живой организм. И, соответственно, развивается оно, как вы помните, из теории права, практически все ученики Сергея Сергеевича Алексеева, о том, что основой права является норма права, как клеточка права, как его кирпичик, из которого состоят институты права, отрасли права.